Мальчики, не поменяйте мне прокладку. У меня важная встреча, и как назло все потекло. Нахуй она мне вообще это все рассказывает? Нет, мы такими вещами здесь не занимаемся. Ну, пожалуйста, мне очень срочно нужно, я заплачу 5000. Я сейчас уточню у мастера по прокладкам. У меня просто отдельный человек прокладками занимается. Серго! Подожди. Серго, братан. Что? Иди сюда. Да подожди. Да иди сюда. А, бля. Видишь, там телка стоит. Где? Охуеть, что за ракета? Что она от нас хочет? Поменяй ей прокладку. О, блядь, нет, как она ебанулась. Она бабки платит. Сколько? 1200. 600 рублей тебе, 600 мне. Все по-честному, по-братски, никаких наёбок. Здрасте. Когда последний раз меняли прокладку? Год назад. Фу, Коха, там вообще пиздец, я не буду это... Дебил, иди, меняй, зато первый раз в жизни хотя бы женский лобок увидишь. Меняй, говорит. Снимайте штаны. Зачем? Как зачем? А как я тебе прокладку поменяю? Я хотела, чтобы вы мне в машине прокладку поменяли. Я в машине этого делать не буду. Если менять прокладки, только в этом гараже. 100%! Я тоже хочу посмотреть. Конечно. Вы что, не понимаете, пацаны? Ей нужно прокладку в двигателе поменять. А ты что, подумал в трусах, что ли, блядь? Этот дебил подумал в трусах, блядь. Он даже не знает, что прокладки в машинах тоже бывают. Ладно, давай тебе поменяю. 5 минут. Успеешь на свою недоебанную встречу. Пойдем. Че ты? Что? Ты подумал в трусах? Иди нахуй!